О, да! Что вы тут делаете? Алан, нам нужно, чтобы ты вернулся в Тиктаун. Правда, Роуэн? Ну, типа, ну там, да. Ну а чё? Это правда, Роуэн? Тебе нужно, чтобы я вернулся? Ну можешь там. Ну, типа, пофиг. Я хочу, чтобы ты сказал это. Ну ладно, ну типа, ну вот. Ты сейчас серьезно? Он сейчас серьезно? Ну, Роуэн, да брось! Не, ну а чё, ну, если хочет, может вернуться. Мне-то чё? Да мы весь этот путь проделали специально, чтобы с ним встретиться. Да я только сказал, что ничего такого в этом нет. Куда это ты? Я еще не закончил. Если хотите, можете переночевать здесь. Снаружи лучше по ночам не оставаться. Вид очень вкусно! Спасибо! На здоровье. Это моя жена, теперь у меня есть жена. Ну, лады. Когда ты вернешься? Боже, ты все еще не понял. Черт тебя подери, Алан! Зло проникло в самое сердце Тектауна! Моего отца обманом заставляют продать всю байт-барну! Не моя проблема. Он говорит правду, Алан. Элли и Брит уже на их стороне. Можешь поверить в это? Элли и Брит предали меня! Меня! Ты никогда не задумывался, почему все так и ждут, чтобы предать тебя, а? Не было такой мыслишки! Все, кроме твоего верного пса! Черт. Прости, Адам. Ты не собака, я не прав. Спасибо. Мне жаль, что тебя предали, Роуэн. Это отстойно. Да, но они будут наказаны за свои злодеяния, так что... Послушай. Даже если бы я хотел, то не смог бы помочь. Конечно, смог бы. Белая рубашка... Белой рубашки больше нет. Невозможно. Я уничтожил ее. Как? Я уничтожил рубашку с помощью рубашки. Тогда это правда конец? Все кончено. Но... Это же белая рубашка! Всесильная! Она не всесильна, Роуэн. Лишь винтик в большом механизме. Механизме? О чем это ты? Я говорю о том, что ты и понятия не имеешь, насколько далеко тянется этот клубок. Ты не можешь уйти! Когда я уволился из Тиктауна, я не знал, что делать дальше. Я был опустошен. И именно в тот день они пришли за мной. Байт-барн сделал свой ход. Байт-барн? Ну откуда они узнали? Хороший вопрос. Перед тем, как я убил третьего ассасина Байт-барна, я допросил его. Есть 4 магазина техники. Тиктаун и Байт-барн — это 2. И их вражда вечна. Но зачем им нападать на тебя? Они знали, что я ушел. Как и то, что между нами теперь целая пропасть, и она столь велика, что моя лояльность к Тиктауну теперь осталась в прошлом. Они пришли нанять меня. Мне предложили должность менеджера. И столько денег, сколько я не видел за целую жизнь. $28 в час. И оплачиваемый больничный. Боже мой! Невозможно. И что ты сказал? Я раздумывал. Долгое время. Я анализировал. И отказал. В ту ночь я собрал свои вещи. Стало опасно, нужно было уходить. Чем бы дольше я тянул, тем больше возможностей дал бы Байт-барну, чтобы обратить меня против Тиктауна. Так ты ушел ради нас? Но почему? Почему ты это сделал?
Это сделка, о которой ты рассказал. Это лишь еще один ход на шахматной доске, которую мы не видим. Ёбаный Байтбарн. Нет, не только они. Слишком сложная схема для них одних, все слишком аккуратно. За ниточки тянет кто-то другой. Ты когда-нибудь слышал про императора? Ты понятия не имеешь, как далеко тянется этот клубок. Но мы же ничего не вяжем, мало. Это метафорический клубок, а не настоящий, только метафора. Но ты сказал клубок! Не стоило этого говорить. Ты понятия не имеешь, что происходит, так что лучше... Я не говорил про конкретный клубок, это вообще не относится к разговору. Ты сейчас шутишь?